Автодорожную инфраструктуру продолжают приводить в порядок в областном центре. В связи с этим представители отдела жилищно-коммунального хозяйства совместно со специалистами акимата города Тараза проверили качество проводимых работ. Подробнее в материале Катерины Иващенко. В первую очередь представители мобильной группы прибыли на улицу Мамбет-Батыра. Ранее эта улица славилась частыми пробками. Теперь же, после реконструкции, движение на дороге стало свободнее. На двухмесячный ремонт из госбюджета было выделено более 13 миллионов тенге. Специалисты отмечают, что все работы по реконструкции дороги были выполнены качественно и вовремя, согласно утвержденному плану. Во время реконструкции данной автодороги мы учли все. Сделали ее шире, чтобы не было пробок. Качество асфальта тоже хорошее. Все согласно ГОСТу. В Тастакском районе также были реконструированы 4 дороги. Стоит отметить, что подрядной организацией выступила ТО «АЯС-сервис». Жители района уже по достоинству оценили качество дорожного покрытия. Были построены улицы Пацаева, Волкова, Ровный и Коктубе. У нас тут рады все, от мала до велика. Подрядчики большие молодцы. Спасибо им за такую дорогу. Специалисты также отметили качество ремонтных работ на улице Абая, Галунчина и Целиноград. В областном центре еще немало дорог, требующих срочной реконструкции. Ответственные лица заверили, что вскоре жители города Тараза смогут передвигаться по качественному дорожному покрытию. Катерина Иващенко, Асылбек Жолшыбек, 77 News.